Всем привет, ребятки! Сейчас мы с вами посмотрим на одну интересную машину. Я думаю, внимательные зрители моего канала уже заметили, что я не очень хорошо отношусь ко всяким там клонам, ко всяким там подделкам под мини-Z и так далее. Вот, можно сказать там с натяжкой, что конкурентам мини-Z, хотя это, естественно, не конкурент. Тем не менее, конкретно сегодня нашлась машина, ну, сегодня у нас она на обзоре, нашлась машина, нашелся производитель, который меня очень даже удивил, порадовал. И скажу вам честно, найдете такую машину в продаже, однозначно берите, не пожалеете. Единственный нюанс, что за нормальную меняемую сумму. Вот. Итак, это у нас iWaver, так называемый. Он очень хорошо попадает в масштаб. Это у нас Ford Mustang. Мне понравилась детализация. Мне понравилось, что это кабриолет, потому что у мини-Z на самом деле кабриолетов-то не так уж и много. Вот, мы обязательно сейчас рассмотрим его конструкцию, но в целом, я на полном серьезе, если вы хотите вот этот масштаб, но, допустим, там, не хотите тратиться на оригинальный мини-Z, я бы вполне рекомендовал на полном серьезе эту машину. Она меня очень удивила, очень порадовала, и я не буду ее сжигать в этом обзоре, потому что в этом нет необходимости. Машина очень даже хорошая, у них там есть... Ну, это китаец, естественно, само собой. Может, у него там не совсем с качеством будет хорошо или с запчастями. Тем не менее, вот, я говорю и повторюсь, если найдете такую в продаже и за небольшие деньги, там, ну, скажем так, до 5000 рублей, я бы отдал за эту машину, потому что вполне достойно, на достойном уровне выполнено. Вот, мы ее сейчас обязательно сравним с оригиналами в плане шасси, а в плане кузовов, у них есть свои кузова, там их тоже там наберется какое-то количество, и в принципе очень даже неплохо. Тут даже диски мне очень даже понравились. Вот. Что касательно совместимости с оригинальными кузовами, скорее всего нет, не подойдут прям так сразу. Тем не менее, ну, я думаю, при доработке напильником, если у вас найдется такая шасси или там любая другая, ну, кузов всегда можно подогнать. Но начнем мы не с машины, начнем мы с вот такого пульта. Это пульт доктора Зло из Остина Пауэрса, потому что вот этот пульт — это просто что-то такое немыслимое. Он тяжелый, он огромный, вот. Но даже несмотря на это, даже несмотря на его интересный такой внешний вид, тут одна ручка, тут вот основная ручка, тут у нас батарейный отсек на все. Вот. Мне он понравился. Понравился в каком плане, что в первую очередь здесь есть там 100-500 всяких дополнительных кнопок, дополнительных каналов, да, и так далее. Вот. Не знаю, правда, применяются ли они на этой машине, но, скорее всего, нет. И, что интересно, здесь есть вольтметр, то есть вот такой вот дисплейчик. Вот. Там, походу, есть еще и память на несколько моделей, как я понимаю. Я сейчас не буду настройки трогать. Вот. Но всякие 3, 4, 5 каналы у него есть, и очень даже хороший пульт. Ну, добротный. То есть вот у нас кварц сменный. Вот iWaver.com. Я думаю, что я напишу обязательно название. Это у нас зарядка. Вот название конкретно этого производителя. Вот он, iWaver, он так и называется. И, собственно, перейдем к машине. Так, машина меня удивила сразу по нескольким фронтам. В первую очередь, это у нас неплохая детализация. Вот. Да, у него там нет света, конечно, но то есть... Вот, видно, да, я пальцем шевелю. Вот. Тем не менее, свет можно сделать, это не проблема. Зато вот выхлоп есть, вот тут какая-никакая плохая, но расшивка имеется тоже. Вот, зеркала, все есть, тут надпись GT даже. Вот, передок вполне даже аутентично выполнен. Мне прям очень понравилось, потому что, ну, Mustang, в принципе-то, есть у кошек, а тут еще и Mustang кабриолет. Я думаю, ну, у мини-Z вообще нет в линейке Mustang кабриолета. Вот, так что очень даже хорошо выполнен, на хорошем уровне. Прозрачная тонировка. Вот вам и, пожалуйста, пример. Хоть и китаец, а такой прикольный. И вот эту вставку сделали очень даже неплохо. То есть она и плату закрывает, но тем не менее она не просто как кусок пластика. Это что-то наподобие Lexan. А здесь уже вот сложенная крыша. Это как, ну, такая имитация под кожу, скажем так, под ткань. Вот. Очень хорошо выполнен, ну, прикольно. На самом деле очень много таких решений, скажем так, положительных, я бы так назвал. Диски прям вообще классные, с полкой все дела. Вот. Хотя диски, я думаю, сюда от мини-Z спокойно влезут. Ну и вот у нас шасси. Не совсем я, конечно,
Сразу могу сказать, с чем ее сравнивать, потому что она похожа сразу на все шаськи там в линейке. Но мы скорее будем сравнивать с 0.2, чем с 0.1, потому что... Ну, потому что потому. Так вот, собственно, вот у нас рулевая. Сразу же скажу, очень хорошее решение. Вот полноценный сервопривод, он отдельно вынесен. Пожалуйста, снял, поставил другой, никаких проблем. Трехпроводная серво, она на разъеме. Достал, вставил другую, если она сгорела или сломалась. Вот. Рулевая, скажем так, не совсем прям, чтобы точная, но в принципе и без люфтов, и нормально. Кулачки и уши вот эти, это вот чисто 0.2, то есть подвеска рабочая. Как видим, тут немножко из-за геометрии не совсем правильно, немножко уходит рулевое при ходе подвески. Но вы по бездорожью на этой машине ездить не будете, поэтому... Вот здесь нет никаких регулировок, конечно, там в плане там шире или меньше сделать. Вот. Даже нанесли надпись, что это Ford Mustang GT, эта часть тоже съемная, то есть кузова сменные, это не проблема. Дальше, батарейный отсек у нас классический для 0.2 поколения. Сейчас покажем сразу же, чтобы не быть голословным. А, собственно, вот у нас iWaver-овская подвеска, вот у нас mini-Z-овская подвеска. Батарейный отсек, прям те же крышки перенесены, все то же самое. Вот. И что интересно еще из такого, из прикольного, здесь вот под батарейки добавили вот эти хлястики, или как они там называются, то есть я снимаю крышку, я достаю этим хлястиком батарейки, мне не нужно мучиться. Можно ли это назвать заботой о потребителе? Я думаю, да, это очень хорошее решение. Дальше, тут у нас разъем под мотор, вот пошла проводка на мотор, здесь разъем под свет. Вот это странно, потому что разъем под свет есть, а подготовки под свет в кузове никакой нету. То есть, если что-то колхозить, какие-то диоды сюда вклеивать, то только там на какие-то сопли. Вот. Но, скорее всего, под свет есть не у Мустанга, а у других кузовов в любом случае есть под свет. Это подготовка, и сюда воткнул, и пожалуйста. Здесь у нас плата располагается, в принципе, там под двухэтажным этим бутербродом. Я думаю, ее видать, да? Вот, дифференциал абсолютно такой же, как у кошек, очень похож, я думаю, может это он и есть, ну, либо его клон. Вот, они там по модулю зубов немножечко отличаются, тем не менее, хотя, наверное, это и есть диф, либо кошковский, либо его клон, либо там ну, моторчик. В принципе, вот, моторама, я бы сказал, что это там моторама, потому что мотор высоко висит, вот. Спурпиньон, пожалуйста, можно менять, да, резину можно менять, диски можно менять. То есть полноценная кошка за небольшие деньги. Я вот повторюсь, я бы вам рекомендовал реально, если такой найдете у кого-то либо у друзей, забирайте с руками, ногами. Вот. Ну, насчет совместимости кузова, конечно, это очень большой вопрос. Ну, даже не знаю. Ну, Феррари, наверное, не влезет, а, ну, это в плане моторама не полезет. Тут еще защелки мешают. Но тем не менее, вот это шасси имеет право на жизнь. Вот, если бы она влезла, то, в принципе, вот он, пожалуйста, вот такая крутая Феррари. Вот, подогнать колесную базу и, пожалуйста. Вот, я думаю, для многих зрителей моего канала, да и, в принципе, для тех, кто смотрит, следит за мини-зетами, не особо принципиально, на каком шасси ездить. А вот оригинальный кузов, всем бы хотелось, чтобы он не на полке валялся, а катался. И вот вам выход из ситуации. Ну, да на самом деле на Алиэкспрессе там этих шасси полно. Тут просто смысл в том, что конкретно вот этот iWaver, он там выпускался тоже там какие-то там ранее 2000-е что ли годы. И вполне отличное жизнеспособное шасси. Вот ему, пожалуйста, да, вот конкурент либо клон, но очень-очень достойный, ну, на мой взгляд. Единственное, что мне не понравилось, вот эта часть полностью, это то есть у нас дека полностью летая из одной детали, у нее неподвижная вот эта часть, то есть она имеет какой-то сгиб, но она неподвижна, и тут степени свободы у, получается, нету задней подвески. И, соответственно, вот то, что мы имеем там микроход такой колес, да, амортизаторы упираются в верхнюю пластину. Да, такие решения мы уже видели на мини-Z. Это, естественно, там с мини-Z и слизаны эти решения. Хотя, может, это и не они изобретали. Но смысл в том, что я это как-то там показывал уже в каком-то из выпусков, что есть такой вариант подвески тоже. То есть не здесь моноамортизатор,
Вот два вот таких, и вот качающийся задний мост, качающаяся неразрезная. Получается, как неразрезной мост, но он может только качаться. То есть из стороны в сторону уклоны делать относительно, колеса относительно друг друга делают. Однако нет вот здесь степени свободы, особой так нету. То есть, ну, для понимания, да, показываю. Вот у нас степень свободы, хоть так она качается за счет упругого элемента снизу, да, то есть есть вот эти качки, хоть вот так вот, то есть в сборе задняя ось будет болтаться. Мы сейчас еще один момент проверим. Да, пожалуйста, вот. То есть айвейверовский кузов спокойно станет на оригинальном шасси мини-Z. Не знаю, кому это бы могло понадобиться, но тем не менее, такая совместимость тоже, в принципе, возможна. Вот. Ну и возвращаясь к iWaver. Вот единственное, что мне не понравилось, это вот это решение с подвеской задней. Вот. Но с другой стороны, для покатушек по полу, естественно, на соревнования, на какие там либо, какие бы они ни были, на такой шашке вы не поедете, потому что, ну, скажем так, маловато тут возможностей, маловато настроек. Тем не менее, она, скажем так, компромиссная. Вот, очень понравилось решение с сервоприводом, очень понравилось решение тут с батарейными отсеками и вообще, вот, колеса перекинуть от кошек и пожалуйста. Дифференциал есть. Дифференциал, я думаю, можно спокойно шариковый поставить, оригинальный от мини-Z. И будет у вас уже какое-то подобие тюнинга. Амортизаторы сюда подобрать, либо вот тут более упругую пластину какую-то выбрать. Вот. Здесь, к сожалению, ничего не получится. Да, и по поводу колесной базы, вот, пожалуйста, вот разметка есть. Можно переносить там ближе, дальше, в пределах каких-то можно переносить заднюю ось и делать поменьше, либо подлиннее колесную базу. По ширине мы тут ничего не сможем сделать, увы. Но, тем не менее, тут и компромисс этот стоит совсем других денег, скажем так. Вот, так что скажу еще разок, повторюсь, да, крепление, даже крепление, вот система крепления очень даже похожа на мини-зетовскую. То есть есть передок, есть боковые защелки. Вот вам, пожалуйста, вот яркий пример того, что есть машины, есть клоны, которые вполне достойны внимания, достойны, тем более уж достойны обзора на моем канале, и даже я бы там поставил их рядом с оригинальными мини-зетами. Так, а сейчас мы попробуем еще кое-что посмотреть. Мы же совсем не пробовали, как он ездит. Ну да, если есть пульт включить, то он, наверное, поедет, да? Ну вот. Вот такой у нас ход руля. В принципе, кстати, неплохо. На самом деле, вот, тут сейчас расходы бы добавить. Я просто расходы уже не трогал. Вот такое немножко флегматичное рулевое управление. Ну и вот, пожалуйста. Я держу газ в пол, он обороты как-то немножко плавает. Может, бензин не очень нравится. Ну да ладно, шутки шутками. Он 27 МГц, но он прикольный, сразу скажу. Гудит вообще. Буксует, гудит. Но ездит. Вот это самое главное, наверное, для тех людей. Очень даже и... Блин, камеру задел. Ну, собственно, вот, ребятки. Подведем какие-то вот минимальные, наверное, итоги. Вот такой у нас там клон, конкурент, как угодно называйте. Так, с вот таким вот пультом. И тем не менее, это предмет очень даже достойный для рассмотрения, для упоминания. Опять же, повторюсь уже там сотый раз. Найдете, берите, не задумываясь. Очень даже достойная машина. Как для, скажем так, входа в 28 масштаб, для каких-то там редких покатушек по квартире вечером, прям рекомендую. Вот. Не скажу, правда, где сейчас, прям сейчас его купить. Он, наверное, уже давно из производства снят, и в продаже их нет. Но они пока есть еще на руках, и если где-то такое заметите, то берите, не задумываясь. Это в разы лучше, чем любая там игрушка из детского мира.
Почему? Потому что здесь уже есть подвеска, здесь есть дифференциал, здесь там, ну, много чего, тут вариативность есть, и вот кузов достаточно такой нечастый. Опять же скажу, у Mini Z нет такого мустанга. У них есть мустанг обычный, ну, фастбэк, да, но у них нет мустанга GT в кузове кабриолет. У Mini Z вообще мало кабриолетов. Вот, ну, я думаю, на этом все. В принципе, все, что я хотел вам рассказал. Надеюсь, вам понравилась эта модель. Сжигать мы ее, опять же, не будем, потому что она вполне достойная. У меня на этом все. Всем пока.